або письмова реєстрація. Так, щось я дивлюсь. Бати, колеги. Отбросить популистические заявления, а давайте добавим туда 150, а давайте сюда 200. Ну, бюджет должен быть как минимум сбалансирован, то есть мы прекрасно понимаем, потому что если где-то взять, и куда-то добавим, где-то надо взять. А нам вот так не хватает 2. На документах, тот документ, на основании которого наш город будет жить весь 2020 год, мы считаем, что данный проект бюджета, он сбалансирован, он работает в профильных комиссиях. И хотел бы поблагодарить всех разработчиков этого документа. Несмотря на все вызовы, которые нам спускали сверху, мы не понимали, какой будет нам скучный бюджет, какими мы цифрами будем оперировать, но мы сумели правильно сбалансировать, и поэтому мы, наши депутаты, будут голосовать за проект бюджета на 2020 год. Спасибо. Демократия. Ну, скучно же без них. Поэтому сидите, слушайте, то, что пишут деньги в комментариях. Я не могу. У нас демократия. Тем более, Анжела привозила иностранных партнеров. Мы должны получить знак качества на место самоуправления. Сидите, мучайтесь. Пожалуйста. Что? Коллеги, прошу до выступу, если есть зауваження, пропозиції або запитання до Миллера.